Здравствуйте, с вами Диана. Сегодня мы с вами посмотрим, как убрать внешние ссылки с сайта, а именно с виджета. Вот у нас сайт, и есть такой виджет под названием «Мета». Обычно мы входим в консоль сайта через этот виджет при помощи кнопки «Войти». Как мы видим, последней строчкой у нас идет ссылочка на ресурс WordPress.org. Ссылки на внешние ресурсы очень сильно утяжеляют вес сайта. И поскольку наш сайт молодой, нам, конечно же, важно эти ссылочки убрать. Данную ссылку мы с вами будем убирать при помощи плагина Customize Meta Widget. Так, для этого мы заходим в консоль. Вкладочка «Плагины». Вот у нас вкладка «Добавить новый». Так, добавлять мы будем не путем поиска, а загрузим этот плагин. Он находится у меня на компьютере. Выберем этот файл. Открываем наше диалоговое окошко. И вот он у нас отметился «Установить». Закачиваем этот плагин на сайт. Вот. Программа показывает, что он загрузился. И активировать плагин. Все. Теперь смотрим, где у нас тут наш плагин. Customize Meta Widget. Как видим, он работает. И давайте посмотрим путем перехода на сайт, исчезла ли у нас эта ссылочка. Так, как видим, сам виджет тоже благополучно исчез. Возвращаемся опять в консоль. Вот у нас виджеты. Вот мета. В основную колоночку, наверное. В основную колонку. Берем и путем перетаскивания. Поиск, шиши, комментарии, архивы, рубрики. Ну вот сюда вот в конец мы его как раз таки поставим. Закрыть. Ну и опять переходим на сайт, смотрим. Вот у нас появился виджет мета, и как видим, ссылочка на WordPress исчезла. Ну, все прекрасно. Таким образом, мы с вами узнали, как при помощи плагина Customize Meta Widget убрать ссылку из виджета. Так, посмотрим, в подвале у нас ссылочки нет. Все прекрасно. Так, теперь можно перейти на ресурс DNews, который измеряет количество внешних ссылок. Вот у нас были две внешние ссылки. Спрятать. И давайте еще раз попробуем проанализировать наш сайт на предмет внешних ссылок. Еще раз анализировать. Так, что у нас тут получается с внешними ссылками? Внешние ссылки 0. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. С вами была Диана. Смотрите следующий ролик, как убрать внешнюю ссылку из подвала.